Всем приветик, с вами Алена, и это в новом выпуске Крипи обзоров сделаю обзор на двух взломов Дианы игрушки. Почему два? Потому что я попросила сделать плейлист, и она сделала только с двумя взломами. Я не знаю почему, и поехали к первому взлому. Он называется «Взлом канала Карусель в день рождения». Привет, меня зовут Саша. Я смотрел клип на день рождения канала Карусель. Затем пошли помехи. Пошел поп Барбоскин. Затем видео про чипсы Лейс. Потом песня про Лунчика. Точнее, новогодняя песня на Лунчика, про Лунчика, где он танцует с буквами. Следующая заставка — пародия на Машу и Медведь от Сэндука. Затем видео, где Том и друзья и другие трогают башки. А затем все становится старой карусель, и это во время день рождения. Следующий взлом канала Карусель, где там утром 4 часа. Привет, меня зовут Катя. Я смотрела мини-мульты говорящего Тома на канале Карусель. Затем пошли помехи. Потом логотип Ракосель 4. Затем реклама мифа. Потом кусок из видео Сэндука. Потом жуткое видео с Рональдом Макдональдом. Потом реклама растишки. Потом скримеры с Лунчиком. Экзе с Джеффом-убийцей. И Бибикона больше нет. Затем селеняне больше нет. Карусель — новый логотип. И карусель говорит: пойду убивать канал Бибигон с логотипом Бибигоном. Зачем карусель встречается с Бибигоном, и все возвращается к своим местам. Правда, после возвращения идет взрыв, и на телевизоре Джефф-убийца. Эти взломы плохие. Да, они плохие. Но все же, когда будет еще несколько взломов, то будет еще обзоры. Всем пока.